Здравствуйте! Мы приветствуем вас на передаче Клягимао Тифау «Стена плача», студия «Курган». Тема дня. Угроза существованию при отказе от радиочипа. Прозрачный и управляемый гражданин принимает все более ясные очертания. В одном бразильском штате к началу 2012 года радиочипом оснастили школьную униформу около 20 тысяч детей. Цель состоит в том, чтобы устанавливать местонахождение прогульщиков. С этим проектом Бразилия далеко не пионер. Уже в 2005 году в Калифорнии был проведен подобный проект, который из-за протестов пришлось прекратить. Но в настоящее время он продолжается в других школах США. Одна школьница Техаса, к примеру, по этическим и личным причинам отказалась от ношения чипа или идентификационной карты и заработала серьезные проблемы, которые привели к исключению школы. Разве эти предвестники и приготовления на пути к имплантируемому чипу, который должен быть введен всем людям под кожу, согласно планам глобальных властителей, вместо банковской страховой карты, а также всех остальных пропускных карт, не впечатляющее предостережение нам всем? Позже они покажут, что предстоит тем, которые не согласны с чипом-имплантантом. Если вас заинтересовала данная информация, мы ждем вас в следующем эфире. До свидания, до новых встреч!